27 августа во всех культурно-досуговых центрах и библиотеках округа состоится единый день открытых дверей. Все желающие смогут познакомиться с руководителями клубных формирований, принять участие в презентации новых творческих студий и, конечно, записаться на занятия. Для гостей будет представлен перечень услуг культурного центра, а за праздничное настроение будут отвечать творческие коллективы, выступления которых помогут определиться с выбором направления студии.